Всем привет! Ну что, сезон уже не за горами. Решил снять несколько коротких видео о планах на начало сезона и о том, какое время хочу поехать. Видео назову с подобием, как у Киев Рейсера. У него 2 до 100, а у меня будет называться 2,5 до 100 и квотер из 10. Сегодня я сниму о том, что куплено для того, чтобы поехать в этом сезоне быстрее. Первое, это купил резину. Сперва покажу, какая стояла в том году. Вот, спереди стоял 235 Westlake, 18, точнее 235-40-18. Передняя ось, задняя ось. Стояла Федерал, гражданский вариант, 595-й. Огромный остаток, она в принципе смотришь как новая, но держак у нее слабоватый, размер 265-35-18. Вот на 4 ВД мне пыталось получалось поехать 3 секунды до 100 и 10,6 квотер. Потом поставил 100-й интеркулер, еще кое-что поменялось. Это коллектор выпускной новый. Также тысячные форсунки вместо 850-х. И кажется, все. После этого успели настроиться. Но уже было холодно. Зацепа не было. Получилось только улучшить 100-200. 100-200 получилось 5,4. А, кстати, те замеры были уже на липучке. Липучка Triangle. Вот она сейчас и стоит. Уже третью зиму на ней катаю. И вот на этой липучке проехал 10,6 квотер и 5,4 100-200. Так, на этот сезон имеем новый экстрим в размере 265-35-18 и также хусеры низкопрофильные слики в размере 275-35-18. Вот те и те абсолютно новые с этикетками. А то некоторые меня спрашивают, а это что совсем такая лысая? Бэушную купил? Вот на данной резине, да, кстати, эту хочу чисто на замеры ставить на жопу, эту на замеры на перед, потому что повседнев будет это на жопе 265, а Westlake 235 будет на перед ставиться. Замеры все буду делать и так, потом все это выкладывать. Также хочу сделать, вернее, взвесить шины, принести весы в гараж из дома, взвесить вот эту покрышку, вот эту покрышку. Интересно бы замериться отдельно с ними, допустим, на заднем приводе, 100-200 на них замерить и 100-200 на них, потому что вес, ну, прям очень ощутим. Вот это легкое колесо, а вот это значительно тяжелее. Потому что слики всегда обычно очень легкие. Но они специально, в принципе, для этого и сделаны, чтобы быть легкими и показывать результат. Также, что по свечам? По свечам. Сейчас в зиму бустов. У меня 0,8 бара. На этом машина едет 3,5 секунды до 100. И 11,6 квотер. Свечи по 130 рублей купил. По 130 рублей в зиму. Обычные шестерки с зазором 0,8. 2 года отъездил на семерках НЖК Иридий. По 700 рублей там стоит примерно.
А потом у меня старые были Денса, это дорогие свечи, это от прошлого хозяина мне достались. Иридиум Рейсинг. Они стоят в районе 15 тысяч комплект, 6 свечей. Это девятки. Как бы очень дорого. И у меня на семерках даже проблем не было, поэтому сейчас купил девятки НЖК Иридий. Сейчас вот они в машине у меня лежат. 6 свечей. Ну, тут показываю 4. Вот такие девяточки. Кто ездит на них, все довольны. И дуют там 2,5 и больше. Также у меня в гараже японская подставочка для воротины. Это косяк произошел как-то на заднеприводном еще чайзере. Входил в одну дугу и въехал в бордюр все-таки. Кинуло в обратку и через бордюры убрался. Это на прошлом чайзере пришлось поменять подрамник, пару рычагов на жопе. И пришлось потом искать пару новых дисков. Вот они, эти диски. Только я их потом отполимерил в другой цвет. Спереди без дипа, 8,5 дюймов. А на жопе, которые те 9,5 дюймов. А вот как раз у меня лишний диск этот в хроме. Его не трогал, который целый остался. На машине сейчас передний бампер снят. Вовремя снял, он не пострадал. Пороги уже снял зимой. Вот передний бампер, вот порог. А на одном пороге отломилась вот эта петля. Ну, вернее, вот эта штучка отломилась. И здесь отверстия. Я их увез в Обвесов Тюнинг. Они у нас в городе находятся, в Барнауле. Они изготавливали его. К ним увез, они мне это все сделают. И потом покрашу порог и поставлю. Хотя можно было и самому тут залепить, там ничего страшного. Потом по заднему бамперу тоже недавно, раздавая пятаки на парковке заснеженной. Боком как ковш сгребаешь этот снег. Вот видно, треснул здесь бампер. Как бы не сильно критично, можно ездить. Тут, если меня слышно, тоже небольшие трещины пошли. Тоже, я думаю, потому что оттуда. Тут все цело. Как бы мог так ездить, но, скорее всего, если успею, тоже увезу его в Обвесов Тюнинг. Они мне все это сделают, а я потом бампер с порогом покрашу. Что еще у меня тут есть? Это сток бампер, передний, задний. Вот задний, вот передний, да. Это губа ТРД задняя. Пороги. Где пороги-то? А, вон они, пороги. Думаю, где тут пороги? Вот они, пороги. А вон губа передняя. Масло у меня круглый год. Вольф 5.50. Уже года два его использую. Полностью доволен.